Зеленовский асфальтовый завод вот уже третий год выпускает продукт, отвечающий всем современным стандартам качества. Производство стало дороже, зато предприятие экономит во время гарантийного срока дороги. Ремонтировать ее вообще не приходится. Самое последнее – это наше приобретение, и, как я считаю, очень помогает для продолжительного эксплуатации асфальтобетонного покрытия, качественного, долговечного – это установка для производства ПБВ. ПБВ – это агрегат по производству улучшенного битума. Сырье привозят с двух нефтеперерабатывающих заводов Самарской области – Новокуйбышевского и Сызранского. Потом в битум добавляют специальный порошок, и он резко изменяет не только свои свойства, но и качество асфальта. Именно его укатывают верхним слоем на дороге первой категории, такие как Московское шоссе и Новосадовое. Новая история завода началась 3 года назад, когда из Италии привезли установку. За это время выпустили 6 тысяч тонн улучшенного битума для асфальта и 4 тысячи тонн специальной эмульсии типа клея для строительства самой дороги. Работать с эмульсией можно в любых погодных условиях. То есть она не боится дождя. Во-вторых, из-за того, что она быстро распадающаяся, происходит более плотный и более жесткий контакт с укладываемым полотном асфальта. То есть полотно лучше прилегает к дороге. Ну и если брать третий аспект, немаловажный, она экономичнее, поскольку в ее составе только 50% битума. В Самарской области порядка 20 асфальтовых заводов. Все они мобильны, то есть их можно по необходимости поставить в любом месте, где ведется строительство дороги. На демонтаж оборудования уходит неделя, на запуск установок 2. Каждая строительная компания имеет как минимум 2 таких завода в собственности. Нельзя бесконечно далеко везти асфальтобетон, потому что асфальтобетон всегда перевозится... Вернее, асфальтобетонная смесь переводится в нагретом состоянии. Ее нужно доставить к объекту с температурой, желательно как можно ближе к температуре выпуска с завода, а это 150-160 градусов. По мере увеличения дальности воски, качество, естественно, конечное, очень сложно поддерживать стабильным. Могут возникать в последующем при эксплуатации дефекты на покрытии вот из-за как раз локальных таких остывших участков. Модернизированные заводы выпускают асфальт, который по стойкости вдвое превосходит материал, выпускаемый в прошлые годы. Кроме того, ездить по нему комфортнее, шума от колес меньше, тормозной путь сокращается в несколько раз. А это значит, что дороги все больше приближаются к европейским стандартам. Сергей Кизоркин, Инга Пеннер, Алексей Золотенков. События.